Александр Бегак. Всемирно известный российский авиаконструктор, изобретатель, создатель нового вида трехсреднего транспорта «Беголет», который ездит, плавает и летает, а также разработчик суборбитального туристического космоплана «Космическая яхта «Селена». Знаменитый путешественник, исследователь и естествоиспытатель, первооткрыватель, летчик-испытатель высшей категории, парашютист-испытатель, каскадер, воздушный оператор, писатель, трехкратный рекордсмен мира, внесен в Книгу рекордов России, имеет государственные награды. На его счету 1740 прыжков с парашютом, в том числе в Антарктиде, на Северном полюсе и на вершину вулкана Эльбрус. Более 2500 часов налета на разных летательных аппаратах, в том числе собственной конструкции. Родился 11 апреля 1973 года в селе Этока, город Пятигорск, Ставропольского края, в СССР. Первую ракетомодель спроектировал и построил в 6 лет. Первый прыжок с парашютом совершил в 13 лет. В 14 лет построил свой первый одноместный самолет «Дельфин». В 15 лет стал самым молодым инструктором парашютно-десантной подготовки авиации СССР. Закончил с отличием Калининградский авиационно-космический техникум, Московская область, КПО «Звезда», Московский государственный авиационный институт МАИ, по специальности инженер-конструктор самолетов и вертолетов. Также параллельно факультативы инженер-системотехник, системы жизнеобеспечения космических кораблей ПР и менеджмент. Лидер всероссийского молодежного движения «Небесная Одиссея во славу России», которая стартовала в 2004 году при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и собрала более 300 тысяч последователей. Создатель талисмана команды «Сердце мира».